А когда вы в последний раз были в Миссисипи, в вашем родном штате? Я там родился, пробыл там 3 дня, а потом мы уехали, и с тех пор я ни разу туда не возвращался. Почему? Вы не скучаете по дому? Я там был всего 3 дня моей жизни. Как так получилось, что после развода родителей вы остались с отцом, а ваша сестра с матерью? Кто так решил? Решение приняла моя мама. Я знаю, что не так давно ее не стало. Да, мама ушла от нас в феврале этого года. Это было внезапно? Ведь ей уже было за 80. У нее был рак легких, и она долго боролась с этой болезнью, но все же умерла. Поэтому на протяжении нескольких лет мы готовились к тому, что можем потерять ее в любой момент. Вы с Джулией Робертс не в самых лучших отношениях? Это неправда, мы очень близки. Ну как, по слухам, вы не ладите. Я ее затащил в кино. Плевать на слухи, вот вам настоящая история. Много лет назад Джулию Робертс все знали как младшую сестру Эрика, потому что я привел ее в кинобизнес. После съемок «Красотки» на одной из пресс-конференций Джулию кто-то назвал младшей сестрой Эрика, и она вспылила: «Я больше не хочу услышать это имя». И все сразу: «О, да у них конфликт». Не было никакого конфликта. Она просто не хотела слышать моего имени на своей пресс-конференции. И все. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».